Я помню женщину с левой стороны. Я когда посмотрел на нее, она так кивнула мне головой. Я понял, вот она меня понимает. Я, честно говоря, даже к этому настолько несерьезно относилась, когда он там возле стенки стоял, что-то репетировал. У нас даже это до ссоры дошло. Но она говорила, что Ираклий, ну, тебе же надо поступить в институт. Я поступил на экономический факультет. Пришел на первую лекцию, посмотрел высшую математику. И все, как это смотрится на доске, я понял, что это не то. После этого меня там никто не видел. Я занимаюсь автотюнингом. Я сам пилю железо своими руками. Люди после этого уходят очень довольны. Как вот их лица меняются, когда они садятся в новую машину, жмут на педали, и они чувствуют, что о, типа что-то новое. И я очень люблю это дело делать. Но вот без музыки я свою жизнь никак не представляю. Мне все время хотелось доказать, что нет, вот я пою и буду петь. Мама поверила, что я должен петь, и она после этого начала меня поддерживать больше всех. Вы знаете, что для меня самое главное? Вот ты, когда видишь счастливое лицо улыбающееся своего сына, что бы он ни делал, неважно, это будет музыка, это будет сцена, это будет тот же тюнинг, это, ну, что угодно, и он просто от этого счастлив. Все. Это счастье быть здесь. Когда я в Украину приезжаю, все проблемы исчезают. И все происходит именно так, как надо, чтобы было. Вообще, у меня в Грузии бывает аллергия весной, а у вас, видите, я приехал и прошло. Это совсем другой народ. Вы умеете говорить о своих чувствах, вы умеете говорить о своих эмоциях. Вот это больше всего я ценю в людях. Я бы с удовольствием женился на украинке, потому что мне все нравится в Украине. Вот, не знаю, это словами не опишешь, но все нравится. Мне безумно хочется выступить. Очень хочется выступить. Я был на площадке, я смотрел, как там все это происходит, как люди работают, как там все это организовывают. И уже ждусь подняться на сцену и взглянуть на это все со сцены уже. Thank you.
Ираклий Марошвили на сцене шоу «Украина має талант». Ираклий. Ну вот я недаром перед твоим выступлением говорила всем о твоем бронебойном обаянии. А еще я не могу не спросить тебя, ну вот это звучал саксофон или все-таки твой голос? Это фонограмма была или это ты звуки извлекал? А как вы думаете? Ну я теряюсь в догадках. Голос. А ну покажи. Вау. Жодного питання немає до тебе більше, панове судді. Ігорю, ти взагалі чув таке? Я отримав задоволення від співу, від артиста Іраклія, від цього звуку саксофонного, такого трубного. Ти знаєш, дуже фірмово. Я не люблю це слово, але зараз була фірма. Такий дорогий клуб в Майамі. Іраклій. Вау! Дякую. Дякую. Слава! Ярко, сочно, очень вкусно, было приятно за этим наблюдать. Более того, сказать, приятно слушать, приятно видеть и приятно думать, что все те девушки, которые увидели ролик, услышали выступление, сейчас не только готовы отдать свое сердце, но и свой голос. Поэтому я желаю тебе сегодня успехов. Ну и саксофонист, ничего так, симпатично, правда, Оксан? Девушки, держите себя. Конечно, сумасшедший уровень. Правда, это высший пилотаж. Я поражался порой некоторым нотам высоким. Там, ну, прям так я пытался вслушаться. Я думаю, не может быть. А нет, может. Может, потому что это талант от Бога. Поэтому ты стоишь на этой сцене. Очень крутое выступление. Очень. Спасибо огромное. И спасибо огромное абсолютно всем. Ираклий, мнение самого важного и самого главного судьи тебе еще только предстоит услышать. Шановні глядачі, це про вас, видумово. Якщо спів цього хлопця, і його голос, і його усмішка не залишили вас байдужими, якщо ви хочете почути, як він співає у великому фіналі, обов'язково телефонуйте 0900-102-004, а ще можна надіслати смс із кодом 04 на короткий номер 7766, або робити і те, і інше, і не один раз. І все це тільки збільшить шанси Іраклія. Іраклій, удачі тобі сьогодні. Спасибо. Держу кулаки за тебе. Це був Іраклій Марошвілі. Спасибо.